уверенно начать, чтобы потом мажорно продолжить. Спасибо большое, доктор. Да, сейчас увидишь. Здравствуйте, доктор. Да, я здравствуйте. На повторный к вам прием. Ага, я вам контрольный анализ через 3 месяца назначала, да? Да. У вас была лигастенотератоспермия. Так, я пока смотрю ваш анализ. Вы мне рассказывайте, как сейчас себя чувствуете и что поменялось в жизни. Ну, на самом деле, хотел сказать, я, по-моему, спросил, потому что действительно здорово. Потому что изменилось очень многое. Я стал хорошо спать ночью. Я стал прекрасно чувствовать себя днем. Бодро и спокойно. А что, ночью плохо спали? Ну, приходилось вставать чуть ли не через каждые там 3 часа в туалет туда-сюда. Ага. Вот, сейчас сплю крепко, как убитый, высыпаюсь, соответственно, и днем стал гораздо бодрее. Отлично. Отдельная радость, что с женой что все стало гораздо лучше. Потому что, если помните, я рассказывал, что ситуации были всякие, иногда и начинаешь, и все хорошо, и начали то бодренько, а потом вдруг ничего не чувствую, и радости нет, эмоций нет, член падает, и уже не поднимается, хоть дом городом. Конечно, огорчало меня, конечно, огорчало супругу. Сейчас ситуация выравнивается. И на самом деле, ведь раньше вопрос уж даже авиатор стоял. Но попробовали один раз, но у меня и так, это гипертония, то сердечко бьется, остается, бьется еще сильнее. И попробовали, решили, что в общем не мое. Не стоит. А сейчас я даже хочу поделиться радостью. Наш второй брак. И с женой-то мы, честно говоря, хоть и на старости лет, но решили слепить Снегурочку. Так, молодцы. Вот, да. Так что на самом деле вот это же главная проблема была. То, что там ночью встаешь, или там это ерунда. Главное, конечно, хочется ребеночка. Я вас обрадую. Смотрите, у вас была олигоастенотератозооспермия. Это значит, что у вас было снижено количество сперматозоидов. Количество сперматозоидов, которые хорошо двигаются, активно подвижных, так еще и количество сперматозоидов, нормальных по качеству. Вот смотрите, было и стало через 3 месяца. Общее количество спермы 1,2 мл снижено. Сейчас 2 мл это норма. Дальше. В 1 мл было 12 миллионов сперматозоидов. Тоже снижено. Сейчас 20 миллионов и я вами горжусь. А активно подвижных у нас, видите, это называется категорией А. Категория А это активных подвижных. Это было 12%, сейчас 40%. Даже лучше, чем нам нужно. Нам нужно от 32%. И морфологически нормальных, это построение по генетике, это самое важное, что вам нужно для детей. У вас было 3% по Крюгеру, сейчас 4%. То есть вот фактически сейчас я могу вас больше не задерживать. Поэтому, собственно говоря, идите домой к супруге, начинайте жить половой жизнью регулярно, часто, через день, не предохраняясь. Единственное, что сперматозоиды, естественно, обновляются постоянно, поэтому вы препарат пейте до момента предполагаемого, желаемого зачатия, чтобы не утратить тех показателей, которых вы достигли.